Итак, коллеги, всем доброго времени суток. Сегодня у нас небольшой ремонт, а именно досборка, досвязка бортового редуктора. На самом деле процесс несложный, сколько же, наверное, неудобный местами подлазить, откручивать РВД и так далее. То есть нужно защиту снимать, нижнюю, заднюю защиту, чтобы везде было удобно подлезть. Бортовую уже поставили. В принципе, для того, чтобы бортовую снять и поставить, нужен специальный съемник. За это время у нас маленечко подзаржавели. Ну, от влаги, от снега. Сейчас такая атмосфера. Здравствуй! Да ты моя хорошая. За это время просто ржавеет быстро. Снег, влажность. Железный металл, ну, как бы понятное дело. И останется нам, по сути, бортовую сейчас довязать. Все РВД прицепить, перемычки все. Подцепить все штекера. Вот у нас есть масло. 10 литров, наверное, 150-170. Гидравлики нам должно, в принципе, хватить. Если не хватит, нам привезут. И будем запускаться. Вот такой вот фронт работ. Сегодня, в принципе, уже скоро, я думаю, поедем работать. Ай, красавец. Как я соскучился, если честно говорить, по работе. Правда, хочется просто поработать, потолкать угля. Но сейчас просто по момент, что ремонт неизбежен. Ремонт всегда есть и будет. Это не избежать. Итак, мы находимся в задней части бульдозера. Вот у нас рыхло. Чтобы примерно было понимание общей картинки. И почему я говорю, что неудобно крутить, я вам сейчас покажу. То есть нам приходится практически полностью поместиться, ну не полностью, половина тела, поместиться прям в базу. И вот здесь, допустим, вы видите, толкон, да? 2 РВД тут и тут 2 РВД. Вот их крутить достаточно проблематично. То есть надо прям вот так залазить туда и крутить. Да, сервисникам, вообще сервисным службам. Ну, не знаю, как другие сервисные службы работают. Слышал, что некоторые службы у нас в сервисные работают не очень. А вот слышал за Липхер, могу сказать, ребята делают свою работу качественно. Им огромный респект. Как у вас в городах, как в регионах работают сервисники, подскажите. Если за что похвалить, ребят. Итак, коллеги, сейчас будет происходить первый запуск после длительного ремонта. За бортом сейчас у нас где-то минус 7, минус 10. Легкий-легкий снег. Как пропищит зумер, Юр? Ага, крути. Ой, как хорошо пошел. Все, проверяю на течи. Снимали, проверяем, чтобы ничего нигде не побежало. Сыровато, не закручено.